Завещание старого 1883 года. Любезнейший сын мой, 1884 год, находясь в здравом рассудке и при полной памяти, несколько, впрочем, под шефе, был, знаешь, у Саврасенкова и хватил перед отъездом пол бутылки финь шампань. Но шефе не возбраняет стряпать нотариальные акты никому, даже нотариусам. Завещаю тебе следующее. Первое. Весь земной шар с его пятью частями света, океанами, кордильерами, газетами, компрочекосами, парижем, кокотками обоих полов и всех возрастов, северным полюсом, персидским порошком, театром Машнина, мазью Иванова, шестеркиным, обанкротившимися помещиками, одеколоном, крокодилами, окрейцем и прочее. Второе. Денег тебе не завещаю, ибо он их не имею. За все мое годовое пребывание на земном шаре не видал их нигде, даже в кассе такой богатой дороги, как Лозово Севастопольское. Нечто похожее на деньги видел я только в судных кассах с заглянищами господ-кабатчиков в сундуке таганрогского турка Вальяна и в карманах московских официантов. Третье. Купно с старыми калошами завещаю тебе то, что завещали мне деды и прадеды, начиная с 1800 года, и что придется тебе, вероятно, оставить твоим внукам и правнукам. А. Корп песенников и рожечников, б. композиторов полик и вальсов, с. рассказчика Гулевича, автора, его фраг, цилиндр и манеры. Если сумеешь продать это старье старьевщикам-татарам, то тебя назовут, по крайней мере, благодетелем человечества. Четвертое. Окончи дело Корсова с Загжевским и в угоду московским барыням начни другое. Пятое. Расставь в этом завещании знаки препинания, а если сам не умеешь, то поручи это сделать кому-нибудь из сотрудников будильника. Шестое. В качестве секретаря беру с собою в лету поэта и экс-редактора Сталинского. Седьмое. Беру с собою и шубу художника Че, чем делаю великое одолжение господам эстетикам. Восьмое. Больше я тебе ничего не завещаю. Твой отец 1883 год. С подлинным, верно, брат моего. Брата